повар. Вот какое было дело. Жили 8 поваров, работящих и умелых, кулинаров, мастеров. Просыпались повара, собирались средь двора и решили повара, что обед варить пора. Жили-были, не тужили и не знали зол и бед, но однажды позабыли, чей черед варить обед. Каждый повар говорил: я уже 100 раз варил. Почему? Что говорит? Легче, чем обед варить. Тут в разгаре разговора 6 умелых поваров, как один, сказали хором: я сегодня нездоров. А 7-й и 8-й под шумок домой ушел. Вы, конечно, угадали, что они не прогадали. 6 умелых кулинаров, работящих молодцов, тары-бары на 3 пары осудили беглецов. И, проспорив до обеда, снова начали с утра. И на завтра без обеда оставались повара. Говорят, что этот спор не окончен до сих пор, и что сильно похудели за последних 3 недели работяги-кулинары-мастера.